Друзья, всем привет! Мы продолжаем нашу домашнюю рубрику. Вы знаете, я обожаю готовить соки, но ненавижу потоковую соковыжималку. И в большей степени из-за того, что весь жмых, который в ней остается, нужно брать и руками вытаскивать. Я очень часто готовлю сок для своих друзей и сотрудников. И вы знаете, они мне сделали к 8 марта шикарный подарок, которому я теперь не могу нарадоваться. И мне хочется готовить, готовить и готовить. Когда вы увидите, вы подумайте, как я жил без этого раньше. Друзья, и зная мою нелюбовь к собиранию мусора, ну и потом его, естественно, нужно выбрасывать. И мою нелюбовь выколупывать, именно выколупывать остатки жмыха и сока из соковыжималки, мне друзья подарили чудо-подарок. Давайте посмотрим, что это. Итак, раньше весь этот жмых нужно было, естественно, выбрасывать в мусорное ведро. А теперь я просто бросаю его в раковину. Возможно, вы сейчас думаете, о боже, что она делает? Раковина же забьется. И вы знаете, раньше бы я тоже сказала, о боже. Естественно, произошло то, чего и следовало ожидать. Конечно же, раковина гадко забилась. Теперь, благодаря подарку, который мне сделали мои друзья, придется сделать вот так. В моем мусорном ведре мусора добавилось ровно ноль. Я влюбилась в эту штуку. Мне хочется готовить и готовить и готовить, потому что картофельные, морковные очистки, любые абсолютно пищевые отходы, чешуя от рыбы, мелкие косточки. Этот борт-аллигатор поедает все. Вы знаете, я просто от этого балдею. Мне постоянно хочется зайти в кухню, намусорить, простите, в раковину и нажать на волшебную кнопку. Приготовление еды стало еще большим для меня лично удовольствием, потому что это правда, это круто, это очень здорово. Вы знаете, мне кажется, что это устройство обрадует абсолютно каждую хозяйку. Каждую хозяйку. Потому что это правда здорово. До того, как у меня появился измельчитель пищевых отходов Борт Аллигатор Макс, моя кухонная раковина очень часто забивалась. Потому что я очень много готовлю и действительно очень часто мою свою соковыжималку, которая чаще всего и забивает сильно раковину. Теперь я просто счастлива. Потому что мало того, что, друзья, мне доставляет удовольствие действительно приготовление еды, но вот эти вот остатки, которые забивают кухонную раковину, я думаю, что эта проблема не только у меня. Кроме того, вам не нужно больше так часто выносить мусор. Мне лично так точно. А еще скоро будет лето, в Крыму лето жаркое, а это значит, что мусор нужно будет выносить из мусорного ведра гораздо чаще, чтобы в вашей кухне не пахло мусорным ведром. Поэтому теперь все пищевые отходы прекрасно утилизируются и уничтожаются, при этом ваша канализационная система остается чистой. Занял он у меня вот такое место под раковиной. Весит устройство достаточно много, 7 килограмм. Оно очень мощное. Но, тем не менее, все равно у меня на полке прекрасно помещается то, что и раньше здесь стояло. И управляется очень легко кнопкой, которую вы сами крепите туда, где вам удобнее. Одним нажатием вы утилизировали абсолютно все отходы. Дорогие дамы, вы знаете, кто больше всех обрадовался подарку мне? Мой сын. И знаете почему? Потому что обязанность выносить мусор в нашей семье
мужская обязанность. Я думаю, что как и во многих семьях. Поэтому, дорогие дамы, если вы покажете это видео и расскажете об этом ролике своим мужчинам, то это станет не только подарком для вас. Вам легче будет убирать в кухне, а вашим мужчинам не потребуется так часто выносить мусор. И они, конечно, будут благодарны вам в первую очередь за идею облегчить их домашний труд. С вами была я, Лорейн. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить пальчик вверх, написать комментарий и поделиться своими впечатлениями. Ну, а если вам нравится наша рубрика домашних советов, пишите, о чем бы вам еще хотелось узнать, чтобы вы еще хотели увидеть. Ну, а я с удовольствием с вами поделюсь.